Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Это канал о вязании. И в этом видео мы вяжем вот такой вот узор из плюшевых ниток. Такой узор можно использовать для детских пледов. Узор я буду вязать двухцветный, из двух цветов. Ниточки Гималая Долфин Бэби. Бордовый цвет номер 80322 и цвет сиреневый это номер 80305. Вы можете вязать и одним цветом, но разными цветами узор смотрится намного интереснее. И крючок я буду использовать 5 миллиметров. Итак, для такого узора необходимо набрать нечетное количество петель. Итак, я набрала 21 воздушную петлю. Далее вставляю крючок, вот первую петельку пропускаю, вставляем крючок во вторую воздушную петлю, захватываем ниточку, на крючке 2 петли. Вставляем в следующую воздушную петлю, захватываем ниточку, выводим. На крючке 3 петли. Вставляем в следующую воздушную петлю, выводим. 4. Вставляем крючок в следующую воздушную петлю. 5. И еще один раз. 6. На крючке должно быть 6. 2, 3, 4, 5, 6 петелек. Провязываем их все вместе. Делаем воздушную петлю. Первая петля на крючке. Далее заводим крючок в получившуюся петелечку. Захватываем ниточку, выводим. На крючке 2 петли. Далее заводим крючок вот сюда, вот в стенку узора. Выводим. На крючке 3 петли. Вводим крючок в основание узора. 4 петли. И пятую, шестую петлю мы вводим в цепочку из воздушных петель. 5, 6. На крючке 6 петель. Провязываем их все вместе. Делаем одну воздушную. Это считается у нас первая петля. Далее вводим получившуюся петелечку, 2 петли, в стеночку, вот в петелечку от узора 3, в основание узора вот сюда 4, 5. 6. Провязываем вместе. Одна воздушная. И так вяжем до конца ряда.
провязали в конце последние 6 петель вместе. Делаем одну воздушную. Делали накид. Вводим крючок в последнюю петельку. На крючке 3 петли. И все 3 петли провязываем вместе. Делаем 2 воздушные петли. Разворачиваемся. Накид. И вот в эти петельки, которые у нас получились от узора, мы вяжем по 2 полустолбика. Накид. Все 3 петли вместе. Провязали 2 полустолбика. Теперь следующую вяжем. 2 полустолбика. Накид. Следующую петельку, которая у нас получается от узора. Раз полустолбик. Два полустолбик. Следующую. Раз. Два. Итак, вяжем по 2 полустолбика до конца ряда. И в конце мы вяжем 1 полустолбик. Если вы планируете вязать также 2 цветами, то присоединяем ниточку другого цвета и вяжем 3 воздушные петли. Перевернулись. Далее вяжем. Вставляем крючок во вторую петлю. Вытягиваем. 2 петли на крючке. Вставляем вот сюда в уголочек. Три петли на крючке. Дальше 4, 5, 6. Провязываем все 6 петель. Ниточки подтягиваем. Делаем 1 воздушную. Провязываем 2. Захватываем вот эту перегородку от нашего узора. 3. Вставляем вот сюда крючок в основание узора. 4, 5, 6. Провязываем все петли на крючке. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. 1 воздушная. 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. 1 воздушная.
Так вяжем до конца ряда. И в конце вяжем один полустолбик. Вставляем крючок в петлю подъема. Провязали. Делаем 2 воздушные петли. Разворачиваемся. И вяжем получившиеся от узора вот такие вот петельки мы вяжем по 2 полустолбика. И в конце вяжем в петлю подъема, вяжем один полустолбик. Нитью другого цвета делаем 3 воздушные петли. И продолжаем вязать то же самое. И так продолжаем вязать, чередуя 2 ряда. В первом ряду по 6 петелек вместе. Во втором ряду по 2 полустолбика в получившиеся петелечки. Вот так он смотрится на изнаночной стороне, если вязать двумя цветами. Ну и, конечно же, в конце нужно будет плед обвязать, потому что когда мы вяжем двумя цветами, у нас получаются вот тут такие вот переходы, поэтому обвязка пледа будет необходима. Если вы решите вязать двумя цветами, то цвет нити меняем каждые 2 ряда. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!